Во-первых, мне нужно три очень движущих человека. Сейчас сюда прям движущих. Ну, что вы машете? Надо сюда выбегать, сюда. Три человека, так, три. Так, очень хорошо. Ей, наконец-то. Молодцы. Так, объединяемся вот сюда, вот в группу. Становимся, да. И уходим вот в эту кулису. Не бойтесь, с вами ничего страшного не будет. Так, вот уходим вот сюда. Так, уходи, не бойся. Я нашла того, кто перед Дмитрием рояль, короче. Вот, дальше. Мне нужно три артистичных человека. Так. Так. Давай, давай, я жду тебя, целый фестиваль, давай. Молодец. Очень хорошо. Так, что нам еще нужно подвигать? Так, иди сюда. Так. Подходите, вас не сидят. Не бойся, все будет хорошо. Ноги останутся при тебе. Так. Теперь мне нужно три таких хулиганистых хулигана. Выбегаем. Три, раз, два, три, есть. Так. Так, хорошо. Очень хорошо. Так. Сюда. Заходим. До свидания. Так. И три. Дайте подумать, кого не хватает. Иди, беру тебя полностью. Поднимаемся. И еще, если какой-нибудь... Давай, сюда. Молодец. Отличненько. Так, объединяемся. А вас в эту кулису. Так. Санта-Клаус попросил кое-чего для моих самых любимых жюри, а вы расслабились, а мы еще не закончили. Так, это вам. Умеете пользоваться? Это вам и вам. Так, вам. Нет, это вы их. Мне не надо. Так. Ну, у меня, к сожалению, не так много. Так, попробуйте. Не, рейтинг не позволяет сказать слово думать. Похудеть. Никто не слышал, получается? Так, вот, молодцы. Вы мне сейчас пригодитесь в этом. Так. Мне нужен зал. Так, давайте разделим вас пополам. Значит, эта половина, мне нужно, чтобы вы потренировались говорить «О-о-о-о». Давайте, раз, два, три. О-о-о-о, потрясающе. Вы, в общем, на кого так обычно реагируют? Милые, да, правильно. Запомнили, правильно? Закрепили это. Так. Эта половина говорит «У-у-у-у». Так реагируют. На Лёшу? Ну, и на Лёшу тоже. И Серёжу тоже. Да. На кого-нибудь с такого горячего, прям привлекательного и страстного. На Лёшу, ну да, собственно, я так и сказала. Как только увидите Лёшу, так всем зал, ну вот. Вот. Кто это может быть, я не знаю. Какой-нибудь капитан Джек Воробей, может быть. Брюс Уэйн. Ну, вы меня поняли. Я думаю, вы поймете, что нужно делать. Вот. А сейчас у нас сценка. Олег в летнюю ночь. Сага. Часть вторая. Возвращение. Ничего себе! Сон!
солнце какое-то огромное. Ой, ай, что это, записка? Ты наверняка не помнишь, как здесь оказалось. Только я знаю ответы на твои вопросы. Мы очень скоро увидимся. Что? Что? От кого? Кто это? По скриптум. Тот, чье имя нельзя называть. В. Ничего не понимаю. Кто еще этот В? Что ему нужно? Как мне отсюда выбраться? Тысячи чертей! Свистать всех наверх! Какой-то умник только что умыкнул его честно украденный сундук сокровищами и якорь мне в лодку. А ну шевелитесь, трёмные крысы! Вот она чертовка! В атаку, сброд! А ну, крыс, я сам! Полегче, милая, да ты владеешь клинком получше, чем мой покойный дедушка, и я готов уступить тебе золото. Благодарю, ваше золото мне не нужно, но я ищу злодея, который подкинул мне его, только он знает, как мне вернуться домой. Эх, к сожалению, с этим я вам не помогу, но если вы попадете в передрягу, будем тут как тут, ты только свистни. А вот куда же мне идти? Эй, ветер, может, ты мне какую-нибудь карту принесешь? Ребята, привет! Что случилось? Что? Что вы говорите? О, бедняжки, сломался. Я бы обязательно помогла вам, если только умела чинить бумбоксы. Я не умею. Поздравляю вас! Вы только что окончили курсы по ремонту бумбоксов. Вот ваш диплом. Прошу прощения, а где здесь буфет? Саня, уйди со сцены, там не было сцены, буфет. Понял, ухожу. Так, а вы серьезно думаете, что у меня это получится? Я же понятия не имею, как тут что устроено. Ну ладно, кажется, я думаю, я смогу это починить. Так, это сюда. Так, посмотрим, а это сюда. Спасибо тебе, подруга. Мы у тебя в долгу. Теперь только позови, и мы станцуем лучший танец твоей жизни. Стойте, хулиганы! О, приветствую, наледи. Здрасте. Скажите, не видели ли вы здесь этого человека? Это же мой злодей! Ой, да, я и сама его ищу, но он постоянно убегает от меня. Как-то все это подозрительно. Хорошо, юная леди, но если вдруг вы его снова увидите, незамедлительно сообщите мне. Это опасный, очень опасный преступник. Он отбирает пенсию у бабушек и не платит за проезд в общественном транспорте. Непременно, шериф. Что-то в этой курице выглядит очень подозрительно. Мне кажется, я видела его.
Да-да, когда его шайка упустила сундук с сокровищами. Ой, он был в такой ярости, что просто... Воу-воу-воу! Стойте, все закончилось хорошо. Так. Сэмпай? Нет! Саня, это не твой выход выйти со сцены. Саня. Ну что за день-то сегодня такой? Я уже встретил кого, всех, кого можно и нельзя. И меня уже ничем не удивишь. Брюс? Брюс, ты ли это? Снежана. Нет, не Снежана. Снежана, помоги мне. Злодей заколдовал меня, и теперь я чувствую непреодолимое желание исполнять чужие желания. Но я не могу этого сделать, потому что он спрятал где-то здесь мою волшебную палочку. Какая Снежана, какие желания? Так, подожди, а почему ты не позовешь своих помощников? Точно. Кристина, помоги мне! Я должен найти эту палочку! Мне нужно снять заклятие! И я же не могу спасать Готэм в таком виде! Ладно, а теперь мы, пушистые друзья, давайте приберемся! Маленьких друзей голоса прозвенел по дому динь-динь-дон! Пусть малый мой, но ваш дух силен! Разберемся с грязью в комнате и кухне! Тараканишки и мухи мы молодцы мои пушистики. Спасибо и тебе за помощь, Наташа. Наташа? Ладно, спасибо и на этом. Окей, теперь слушай мое желание. Хочу побыстрее оказаться дома. Ай! Ой, это какая-то неправильная волшебная палочка! А? Блин! А? Помогите! Можешь мне уже показать, где злодей находится? Я здесь. Сколько можно? Я уже устал ждать нашей встречи. Извини. Ничего не хочу слышать. Никто меня не уважает, не воспринимает меня всерьез. А я вообще-то всемогущ. Я хочу сражаться. Я уже и зло творю тут и там. И уже и записки написал, где нахожусь. А ко мне все равно никто не идет. А можно как-то без сражения? Домой хочу. Отставить! Сражайся! Ладно, получай! Шрин, помоги мне! Что происходит? Что происходит? Кто стрелял? Бей его! Блин, мы не справляемся, капитан! Помоги мне! Ладно, если так, на я
все равно сильнее всех вас. У меня силы! А у нас Саня! Саня Шкит, твой выход, Саня! Пощадите! Ладно, ладно, отправлю я тебя домой, и Бэтмена сколдую, только не бейте меня больше! Ну как? Получилось? Что? Так это был сон! Можете забрать себе, в принципе, это вам. Дэдпул, уйди, ты не считаешься. Так, ты тоже не считаешься. На пакет. И тебе пакет. И тебе пакет. Ну, можно и тебе пакет. А тебе пакет. Молодец. Ну, ладно, и вам пакет. Так, вы когда-нибудь заканчиваетесь, там новые люди подходят, там и вам пакет. И тебе пакет. Так, и тебе пакет, и тебе пакет. Они закончились. Молодцы же, молодцы. Так, а у нас перерыв. Перерыв. Так, сколько у нас перерыв? 1 час.